В Приморском крае сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия в сфере противодействия организации незаконной миграции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю, установлена причастность 32-летней жительницы города Артема к незаконной деятельности, связанной с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Сотрудница компании, которая специализируется на помощи иностранным гражданам в оформлении документов, подозревается в организации канала незаконной миграции. При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски по месту жительства и работы злоумышленницы. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника и документы, имеющие значение для уголовного дела. Подразделением дознания отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению фактов незаконной миграции, привлечению к ответственности правонарушителей будут продолжены.